Это просто отвал башки. Я один это вижу. Это железный голем. Мелкин Хон бьется с железным големом. Я ничего не понимаю! Я перенес игру My Talking Horn в Roblox, и сейчас вы увидите, что из этого получилось. Я Китик, ставь лайк прямо сейчас на мой канал, подписывайся. Полетели! Посмотри сюда! Вот так выглядит эта игра Talking Horn 2023 апдейт. Тут какая-то картинка на аватарке, и сзади ты видишь мою превью из Чикенгана про Cartoon Cat, про пародию песню. Тут у нас также разные превьюшки. Чикенган, я не знаю, как это вообще связано с Хоном, но тут у нас есть Чикенган. Эта игра не моя, я просто ее нашел в Роблоксе. И сейчас мы посмотрим, что эта игра из себя представляет. Ну, судя по этим картинкам, там будет какая-то жесть, поэтому погнали смотреть. Чего? Это шлепа. И еще котик, и еще... Слышу какие-то страшные звуки. Стоп. Я один это вижу. Это железный голем. Чего? Ха-ха-ха. Я ничего не понимаю, но у меня больше вопросов к этому. Он дает деньги, нифига себе. Вот бы в реальной жизни так. Это какой-то прикол, я попал к Хону или... Куда я попал вообще, почему здесь кот? Вы просто посмотрите на него. Это просто прикол. Я обожаю этих котов, особенно где они крутятся. Это просто отвал башки. Так, ну как я понимаю, самое интересное, что нас тут интересует, это сам Хон. Я могу взять какую-то другую пушку пострелять, но чё-то... Чего? Хон, а ну повтори. Я чё-то не понял, почему он сказал Бен. Это Хон или это Бен? А ну... What the fuck? Почему он говорит Бен, если это Хон? Это не собака, это должен быть кот. Я могу это выпить, наверное. Вы видели, что он сделал со шлепа? Он его просто выкинул. Я надеюсь, я смогу это замедлить на видео и показать вам. Я выхожу отсюда и... Да, тут реально железный голем. Как вы... Чего? Ты чё, офигел? Ха! Стоп. Он ломает дом. Он ломает дом, он поднялся. Чего? Так нечестно! Я вижу там фигуру, какого черта тут происходит? Он бьет Хона! Чё ты творишь? Что, они начали сражаться, вы видели? Что за замес? Что происходит? Телкин Хон бьется с железным големом. Только почему-то Хон ничего не может сделать. Я ничего не понимаю! Что это такое? Я просто решил записать видео по Роблоксу, и вот это происходит. Ха-ха-ха. Это просто какая-то жизнь, он сейчас его столкнет. Нет, Хуан, голем, нет. Пожалуй, хватит сегодня с меня интернета, ребят. Смотрите ролик, который вылез у вас на экране, ставьте лайк. С вами был Китик, до скорых встреч.